Локомотив удачно стартовал на Кубке ЛЖД в Риге. В минувшее воскресенье команда Алексея Кудашова без проблем разобралась с Акбарсом 3-1. Причем Локомотив вел 3-0 по ходу встречи и пропустил лишь на последней минуте матча. Шайбами у железнодорожников отметились Гавриков, Капустин и Аверин. А вот в понедельник Локомотив уступил минским динамовцам 1-2. Отличился Кронвал. В круге турнира железнодорожникам еще предстоит встреча с хозяевами льда – рижским «Динамо».